сұрақ қойып мазалама, өткенді қыз болама. Don't call me baby, don't call me. Сымбат бейін батырды қараңы ойға сеземі. Олар білмейді мен кімді сүйгенімді мен сенбейм. Қараңғытар көшуді сені күтіп балам. Тоқтыр қаруыңды менің өтпей сонды шара. Айнаның алдында торасын шашынды тарап. Артыңа қарасаң елес құшыныңа барам. Shake, shake, shake your body. Shake the dip, 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 мел шықынды дәмі. Талсыздағы әлім, долар бәрін бәрін. Сүнге барат мәйін берген жайғын апи дәйдәрі. Сымбатты бейнен батырды қараңғы ойға сіземі. Олар білмейді мен кімді сүйгей. Жоғалды бала. Мен ұстан емес, бірақ бұл өбейін бауырады бойыңыз сіңіп. Қорықпа, сіңілім. Қарағысты негері ғана тар. Керек болса сенің әрәңді өзім шағы бала. Бұл бейп қимы қимылда тар. Бұл бейп қимылда тар сенгенеңді. Бұл бейп қимы қимылда тар. Бұл бейп қимылда тар сенгенеңді. Бұл бейп қимы қимылда тар. Бұл бейп қимылда тар сенгенеңді. Бұл бейп қимы қимылда тар. Бұл бейп қимылда тар сенгенеңді. Сөйлерші еліңнен А в нашей студии сегодня группа Ice Blue, Назерке Турихан, Сабина Нурлан и Асем Хасан. Ну давайте, девочки, доброе утро. Девчонки, ну вы здесь, конечно, с утра. С утра у нас такого не было, да. Здрасте. Такого жесткача. Да, это прям, ну это необычно. А еще мы с тобой старые, тебе скажу. Да нет, ну перестань. Нет. Девочки, давайте с вами познакомимся поближе, да? Вот у нас написано Назерке, Сабина и Асем. А кто из вас Назерке, а Сабина, Асем? Я Назерке. Сабина и Асем. Вы так и расселись, прям точно. Прямо по тексту у нас. Девчонки, сколько существует ваша группа? Существует группа довольно-таки давно, в принципе. Мы стажироваться начали аж 2017 года. Как давно! В 2019 году мы получили дебют, и вот на 2 года немножечко пропали, и вот сейчас 2021 год. Ага, пропадали, почему? Ну, у нас одна девочка ушла с группы по своим семейным обстоятельствам. Вас было четверо, получается, да? Да, нас было четверо. Очень даже хорошо втроем слово. Да, спасибо. Сейчас, тем более, такой формат такой очень моден, да? Три человека, три девушки, там, симпатичные, огромное количество. Да, и удобно, знаете, даже хореографию ставить. Скажите, ну, сейчас бывает такое, что сейчас все стараются заняться как бы сольной карьерой, да? А вот вы решили собраться создать группу. Почему? И как это получилось? А сольно, ну, к этому тоже нужно быть готовым, потому что сольно это сложнее намного, потому что ответственность, то есть только на тебя ложится. Здесь а тут вы раскладываете, мы раскладываем ответственность, да, из-за этого круто. Но вообще, почему именно женский коллектив? Это вообще тяжело же. Вот я работала в женском коллективе, это страшно. Да. Как у вас обстоят дела? Да. Ну, мы друг друга очень хорошо знаем, будучи уже 4 года вместе, знаем каждого характер,
знаем каждого как личность, уважаем, ценим, любим. Поэтому мы через многое прошли. У нас и ссоры были, и все, но все же мы вместе, поэтому... Ну, вот, в общем, да. Были да. ссоры, то есть притирки, уже момент притирок ушел, ушел да? Конечно, это как да. обычная семья, как да. муж с женой. Не, ну, наверное, да, но вы, видимо, проводите не 24 часа 7, 24 на 7, да? Были... Все-таки большее число количества времени вы находитесь вместе, да? Да, но были моменты, когда мы были 24 на 7. Да, ну, серьезно? Да, вы да. что, прям когда сняли мы... одну квартиру, как сейчас делают наши тиктокеры, снимают квартиру и живут в большом доме, да? Ну вот это как раз-таки 4 года назад, когда стажировались, мы были прям 24 на 7, потому что нас mm-hmm. обучали хореографии, вокалу, рэп, как писать песни. У вас есть продюсер? К сожалению, сейчас нет. Мы сейчас ну, начинал продюсер, да, у вас? Да, начинал продюсер. Теперь вы его кинули и нет, все. Нет, замечательный продюсер, мы его очень любим, он нас до сих пор поддерживает. Есть Булат Бедерхан, вот. Ну, очень приятно. Пока вы вот сами двигаетесь. Сейчас, да. Слушайте, не тяжело это? Как минимум продавать себя, потому что момент вот именно договоров по денежке, это обычно, когда продюсер, ты четко знаешь. Так, девочки, а тут ты сам себя продаешь. Да, мы только сейчас начинаем это все узнавать, и, конечно, есть свои сложности, но... Научимся. Как-то. Девочки, ну скажите, вот интересно, просто мы сейчас посмотрели вас на сцене с Дашей, да? Вот жанр все-таки интересный, да, он как бы он так как не соотносится с женским коллективом, да? Они так больше в попсе находятся, а вот у вас другой жанр совершенно. Как вот вы все-таки решили на нем остановиться? Ну, вообще, этот трек был написан в 17 году, в 16 году. Ага. Вот, да, я являюсь автором этого трека. И как-то получилось так, что эта песня нам очень сильно понравилась. Я пришла, показала песням девочкам, и они сказали: «Вау, круто, давай писать дальше текст». Ну, как обычно, пишется только первый куплет и первый припев, а потом остается. И вот мы дописали второй и так далее. Приступили, в общем, к этой песне только в этом году. Вот. Мы всегда хотели ее выпустить, она нам всегда нравилась. По жанру мы даже сами не можем точно определить, но это, скорее всего, поп. Да, поп, наверное. Более... Ну и скорее да. что-то связано. Такой вот, да? Как она называется? Ну, корейский поп? Кей-поп. А, все же на самом деле было легко. Ну, в основном, мы на самом деле в основном слушаем за рубеж. Это вот Мисси Эллиот, 2000-е годы. Вот, поэтому мы... Дискотека. Да, на самом деле здорово, что у вас все здорово, здорово, что и вы сами, оказывается, пишете, и сами себе продюсеры, и все-все-все делаете сами. И мы рады за вас, но я сейчас объясню, у нас сегодня такой праздничный эфир, он очень плотный. И, к сожалению, я очень надеюсь, что вы придете к нам еще раз, к сожалению. Нам уже надо прощаться, представляете? Все, хорошо, спасибо. И мы с удовольствием послушаем вашу новую вещь у нас здесь в студии. Хорошо. Хотели бы поздравить вас с праздником. Спасибо большое. Спасибо, что пришли, пока не уходите. Да, садитесь. Ну и сегодня, так как у нас все только про новости, мы вообще... Для чего мы вообще созданы, да? Ну, люди да. СМИ. Чтобы вещать информировать новости, вас да, информировать. О каких-то интересных вещах, которые будут происходить в данном случае на телевидении Алматы.